2 июля в финском городе Иматры состоялся спортивный праздник женщины-вуоксы. Танцевальный марафон, разминка, бег. Заканчивается забег-заход на 7,5 километров. Танюша, ну ты молодец, вот видите, они какие вмыли. 50 минут, Танюша. 48 минут. Разминка участников забега на 21 и 13 километров, а также их старт. Сделай тете ручкой. Где ты его видишь? Не вижу живота. Позвоночник один. Thank you.
финиш полумарафонцев. Наши победили. Running. Ihan mukavalla ajalla myös. En tiedä hänen ennätystään, mutta maali. В центре города фестиваль вокально-инструментальных коллективов. Вечером народ собирается на мосту перед плотиной, чтобы увидеть пуск водопада и метро. Thank you.
Для нас праздник заканчивается застольем в домике, арендованном ОАО International Paper для наших женщин. До свидания, подруги, до свидания, Иматра. Пора возвращаться на родину.